кредит под 2,5%. С марта текущего года казахстанской молодежи предоставляются льготные микрокредиты для реализации предпринимательских инициатив. Среди более 4 тысяч желающих получить финансовую поддержку была и жительница Каратальского района Маржан Каденова. Смогла ли она воспользоваться такой возможностью, расскажет следующий материал. Династия Каденовых насчитывает три поколения фармацевтов. Все когда-то начиналось с выбора профессии бабушки Маржан в Каратальском регионе. Она была лучшим провизором. Позже ее путь продолжила дочь, которая также была верна этой профессии. Теперь и молодая Маржан продолжает эту династию уже как частный предприниматель, у которой есть своя личная аптека в городе Уштобе. Все мы работаем в сфере медицины. Быть фармацевтом ⁇ это большая ответственность. Поэтому в этом деле мы всей семьей очень аккуратны и ответственны. Сейчас у нас две аптеки. Одна в больнице, другая здесь. Для того, чтобы полностью обустроить вторую точку, нужны были средства. Тем более, что новая аптека является социальной, где лекарственные препараты дешевле на 8%, чем в других местах. Именно в такой нужный момент в стране объявили о выдаче льготных микрокредитов. Как говорит владелец аптеки, собрать документы и предоставить залоговое имущество было несложно. Но результаты ждали достаточно долго. И их ожидания оправдались. Месяц назад они получили деньги. В аграрной корпорации мы получили 5 миллионов тенге. На 3 миллиона приобрели шкафы и стеллажи для продукции, а оставшиеся 2 миллиона тенге потратили на пополнение запаса лекарственных средств. Это намного облегчило нашу работу. Ведь корпорация не только предоставляет кредиты с самой низкой процентной ставкой, но еще дает каникулярный период на погашение займа. Это очень удобно. Мы в течение полутора лет уже будем готовы к возвращению полученных средств. Это единственная корпорация, Которые выдают финансовые средства по такой низкой процентной ставке. Больше таких нет. Поэтому выражаем огромную благодарность. Всего в течение года аграрно-кредитной корпорации планируется выдать около 6 тысяч микрокредитов. Среди получателей льготных займов преобладают сферы животноводства, предоставления услуг, торговли, растеневодства и легкой промышленности. Гульназ Мустафажа Сулан телеканал ЖТСУ.